Здорово, guys. Время, дата 14.10.012. Это означает, что день рождения мой наступил уже 12 минут назад. Я точно не помню, в какое время я родился, как я могу это помнить, если мне было 0 лет. Поэтому будем считать, что мне уже 22. Спасибо за поздравление, спасибо. Очень интересно, кто поздравит меня первым. Об этом я тоже в данном ролике расскажу. Пока что еще никто не поздравил, ни один человек. И это круто, потому что мы вместе с вами сможем первое поздравление зафиксировать. В общем-то, у меня было желание снять такой ролик еще год назад, в 2018 году, но что у меня времени не хватило, времени или силы, или мозгов. Сейчас я думаю, что ничего меня не ограничивает, поэтому я с легкостью запишу. Вот, сейчас планирую немножечко постримить Speedrun по Dota 2. То есть это не будет день рожденный стрим, это будет самый обычный стрим. Но вот здесь сверху слева я написал ДР наступило. Видите, что-то не фокусируется. Вот. Мышка. Вот. ДР наступило. ДР наступило, я написал, чтобы любой, кто зашел на стрим, имел возможность меня поздравить, даже если он, ну, собственно, не знает мою страницу ВКонтакте, не знаком со мной лично. Такая вот подсказочка для каждого человека. Если он невнимательный или просто плохой зритель, то он не поздравит в любом случае, даже с такой хорошей подсказкой. Такая вот у меня мысль. В общем, сейчас постримлю. Это будет еще не день рожденный стрим, а обычный по доте стрим. Вот так. Время 6 утра. Собираюсь пойти спать. Постримил 4 часа, поставил мировой рекорд по доте 2 и выиграл офигенную каточку в авточес. В общем, так сказать, день рожденная удача. Сегодня присутствовала со мной. И как раз из-за того, что нужно было мировой рекорд скачать, смонтировать, загрузить на YouTube, из-за этого я до сих пор еще не лег спать. Вот. Собственно, кто меня поздравил первый? Первый поздравил меня мой модератор, Thanks for your smile. Если ты это смотришь, привет. Ты первый, кто меня поздравил в этом году. Это из людей, которые на стриме увидели. Больше никто не увидел. Больше вообще никто не увидел и не поздравил. Только один человек. Хотя людей было около 5. А из людей простых, именно, ну, которые, знаете, ИРЛ, поздравила одна девочка, с которой я познакомился, когда ездил на море. Вот такая, в общем, история. Вот такие результаты. Сейчас я отправляюсь спать. Встретимся утром. С добрым утром. Вот я и проснулся. Время 13:46. Сейчас буду пить чай. Мой завтрак будет состоять из кружечки чая, моих любимых печенек, самых дешевых за 120 рублей килограмм. И вот такие вот праздничные вафли голландские с карамельной начинкой. Вот так вот. Я бы на самом деле вафли не брал, если бы печенек было побольше. Но, к сожалению, печенек осталось всего лишь 4 штуки. Боюсь, не хватит. Вот. В общем-то, сейчас буду пить чаек. Смотреть вчерашний пропущенный стрим Папича. Да. Вот. И, конечно же, зашел еще, конечно же, ВКонтакт. И вообще столько много сообщений. У меня, наверное, никогда не было на день рождения. Смотрите. Новые сообщения. 22 сообщения. Просто люди все подряд поздравили. Прям в шоке. Видимо, список поздравивших в этом году будет большой.
Ну, вы же ведете тоже список поздравивших людей, чтобы потом знать, кого поздравлять в ответ. Я лично да. Стараюсь не поздравлять тех, кто меня не поздравил. Собственно, это мое правило. Я его придерживаюсь, скажу так. Вот. Решил побриться, чтобы выглядеть получше. Хотя мне это не поможет явно. Сейчас сделаю первый дневной стрим, гитарный концерт. Ты, наверное, спросишь: мама, почему я так плачу в последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить. Все решено. Мама, я гей, папа, я гей. Можете просто промолчать, можете злиться или беситься, мне на это наплевать. И не важно, как уходить, если устал, если не с кем делить свои чувства.